Здравствуйте! В эфире информационная программа «День города» в студии Галина Кудряшова в этом выпуске. Максимальный уровень сложности. Пожар в здании бывшего завода «Централит» тушит несколько часов. Вековой юбилей отмечают училище ВДВ, что подготовили для гостей. Выиграли президентский грант. В регионе реализуют образовательный проект для детей-сирот. Рязанскому училищу ВДВ 100 лет. Отмечать знаменательную дату начали 10 ноября. В училище осветили храм-часовню и открыли памятник основателю воздушно-десантных войск Василию Маргелову. Для горожан устроили день открытых дверей. Обо всем по порядку в сюжете Дины Исляевой. Начались торжества рано утром. На территории училища осветили храм-часовню Георгия Победоносца, который считается покровителем русских воинов. Это место намоленное. Здесь находился храм 17 века в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Его разрушили в советское время. Первыми прихожанами стали курсанты и преподаватели училища. Они исповедались и причастились. После службы празднование переместилось на Аллею Героев. Здесь открыли памятник основателю воздушно-десантных войск Василию Маргелову. На Аллее Героев заложили капсулу с посланием будущим выпускникам училища. Ее вскроют, когда училищу исполнится 150 лет. Кроме того, на аллее установили бюст выпускнику училища Валерию Осапову. В прошлом году он погиб во время операции в Сирии. За героизм и мужество ему посмертно присвоили звание Героя России. Основой доблести и героизма гвардейцев-десантников был и есть несокрушимый моральный дух и любовь к родине. По служебном списке училища 135 героев Советского Союза и Российской Федерации. 143 выпускника училища стали генералами. Среди выпускников училища многие занимают руководящие должности в Министерстве обороны, в государственных органах власти, а также возглавляют субъекты нашего государства. В честь столетия училища состоялось награждение отличившихся офицеров-десантников, ветеранов ВДВ и прошла церемония присвоения внеочередных званий. В Рязань на праздник приехал сын Василия Маргелова Виталий. Он поздравил учебное заведение с юбилеем и поблагодарил за сохранение десантных традиций. Накануне праздника семья приняла решение передать в музей училища ВДВ парадный мундир Василия Маргелова. Большая честь, что училище носит имя генерала армии Маргелова. В этой связи мы решили, причем решили единодушно, единогласно, что парадный мундир отца со всеми его наградами должен быть в Рязани, должен быть в музее воздушно-десантных войск. В этот день в училище ВДВ дали старт акции военной службы по контракту «Твой выбор», который продлится 7 дней. Прийти на пункт отбора смогли все желающие. На Рязанщине свято чтут ратные традиции и хранят память о тех, кто отстаивал независимость Родины. И в настоящее время службу военную нашу по контракту проходят свыше 5000 земляков. Ваших земляков-рязанцев, каждый третий из которых – это офицер. В Рязани и населенных пунктах области уже начали работать 2 мобильных комплекса отбора на военную службу по контракту, где можно получить консультацию. Самая зрелищная часть – показательные выступления. Десантник никогда не сдается. Спи с ног, сражайся на коленях. Встать не можешь, лежа наступай. Слава Рязанскому гвардейскому десантному училищу! Гостями праздника стали выпускники разных лет, курсанты и их родные. Мой сын получил полковника 2 года назад и продолжает традиции своего дедушки, который погиб 5 мая 44 года в Белоруссии. Мои традиции. И внук подрастает. Я уверен, что он будет носить погоны. Здесь мой сын учится уже на 3-м курсе. Поэтому он пригласил, приезжайте, пожалуйста, родители. Мы приехали, хотя издалека, с Воронежской области. И очень доволен службой. И мы тоже довольны, что он здесь учится, в таком легендарном училище. На этом празднование столетия училища не заканчивается. Торжественные мероприятия намечены также на 13 и 17 ноября. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».
Максимальный уровень сложности присвоили пожару на бывшем заводе «Центролит». Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. Также сообщается об обрушении кровли, повреждены около 300 квадратных метров. Персонал завода эвакуировали. В результате возгорания пострадал новый цех завода точного литья. Огнем уничтожена сауна и цех по разливу жидкости для розжига. Напомним, что сообщение о пожаре поступило в МЧС в понедельник около 12 часов. На месте работают 44 человека и 16 единиц техники. Другой пожар произошел в здании военной прокуратуры, расположенном на Первомайском проспекте. Возгорание случилось на втором этаже. Людей эвакуировали, никто не пострадал. По одной из версий, причиной пожара стала неисправность проводки. Официальной информации о происшествии пока не поступало. Более 22 килограммов наркотиков было уничтожено в промышленной печи. Вещества изъяли полицейские в ходе оперативно-розыскных и следственных действий. Подробности далее. Хранились как вещественные доказательства. Более 22 килограмм наркотиков уничтожили сотрудники полиции. Они служили главной уликой по 126 уголовным делам. В результате судебных заседаний к различным видам наказаний были приговорены 135 человек, которые занимались доставкой, сбытом, изготовлением и хранением наркотиков. Под охраной бойцов спецназа «Гром» партия вредоносных веществ была вывезена на промышленное предприятие города Рязани и уничтожена в плавильной печи при температуре свыше 1000 градусов Цельсия. В процедуре приняли участие представители МВД, Министерство здравоохранения и Министерство природопользования Рязанской области. Полицейские отправили в печь 8 видов наркотических средств, которые наиболее часто изымаются из незаконного оборота на территории региона. Так уничтожены около 600 граммов героина, более 650 граммов синтетических препаратов новых видов, амфетамин, экстази, 360 граммов гашиша и другие наркотики каннабисной группы. Напомним, что все наркотические средства были изъяты в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Они принадлежали преступникам, занимавшимся незаконным распространением и хранением опасных веществ. Работает, несмотря на решение суда, в здании бывшего детского мира продолжают обслуживать клиентов. Напомним, что ранее суд признал здание несоответствующим нормам пожарной безопасности. На месте побывала наша съемочная группа. Табличка на здании появилась в выходные, сразу после того, как в СМИ вышли материалы о вступившем в силу решении областного суда. Он оставил решение Советского районного без изменения, постановил закрыть здание бывшего детского мира и устранить нарушение правил пожарной безопасности в 20-дневный срок. Второй этаж действительно закрыли, организации здесь прекратили свою работу, однако на первом этаже жизнь кипит. Нам сказало руководство, до 20 числа нам отсюда выехать, мы в курсе, все знаем. Правда, по словам продавцов, информацию сообщили только в воскресенье вечером. Все выходные люди работали в штатном режиме. Причины собственник не назвал. Сейчас часть арендаторов съехали, другие пакуют вещи. Есть и те, кто выходит к покупателям по звонку на мобильный. Тем не менее, людей ситуация не смущает. За полчаса сюда заглянули более 15 покупателей. А чего страшно-то? А вдруг сработает, вдруг что-нибудь загорится. Первый этаж убежим. У людей ностальгия по ней. Вот мы, они приходят и спрашивают, ой, а где детский мир? А вот мы помним, как детский мир был, а мы помним то, мы помним все. Вот. А одно, что мы можем сказать, мы ничего сказать не можем по этому поводу. Сейчас в детский мир ходить уже вон, остатки остались. Так иногда захожу посмотреть тут внучку, какие-то подарочки там. Что-то себе иногда. А так все уже как-то закрылось. Согласно решению суда, здание должно быть закрыто и откроется только после устранения нарушений требований пожарной безопасности. По истечении срока для добровольного исполнения требований будет в прокуратуре района проведена повторная проверка на предмет того, исправлены ли указанные нарушения, либо же нет. Если нарушение или одно из них какое-то будет не исправлено, то в Советском районном суде прокуратура возьмет исполнительный лист и направит его уже в службу судебных приставов для принудительного исполнения. Новую проверку планируют провести в конце ноября, 27 или 28 числа. Возобновит ли работу бывший детский мир, зависит только от действий собственника. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Занятия английским, танцами, робототехникой, инженерное программирование и «Лучный бой». Эти секции теперь могут посещать дети из школ-интернатов региона благодаря проекту «Подари знания». Инициатива получила поддержку в виде гранта президента России. Как сейчас развивается проект, узнала наша съемочная группа.
Занятия в кружке английского языка для школьников со 2 по 8 класса теперь проходят в новом формате. Уже год на территории Михайловской школы-интерната реализуется проект «Подари знания». В основу занятий легли адаптированная программа Кембриджского университета и игровые интерактивные методы обучения. Мы вообще хотим показать детям, что английский – это больше, чем школьный предмет. Они обычно как раз учатся ради оценок, ради экзаменов, ради того, чтобы родители сказали, что вы молодцы. Мы хотим показать, что это большой пласт культуры, что это, если они заинтересуются языком, это открывает для них большие перспективы и в карьере, и в хобби. Подтолкнуть детей к получению востребованной профессии и саморазвитию – основная цель проекта «Подари знания». Его идея родилась несколько лет назад. Авторами стали активисты Центра развития молодежи и детей «Пламенный», которые курируют Лесно-Конобеевскую школу-интернат. Несколько лет мы туда выезжали и дарили детям подарки на Новый год. И в один момент мы поняли, что сумма, которую мы тратим на подарки, соизмерима с той суммой, что открыть в каком-то интернате секцию. Реализовать проект удалось благодаря гранту президента России на развитие гражданского общества. Его предоставил фонд президентских грантов. Старт был дан в декабре прошлого года. Секции танцев, лучного боя, робототехники, инженерного программирования и английского языка начали работу на территории 5 образовательных учреждений, находящихся в отдаленных уголках Рязанской области. Это Сош-Рязанские сады, Чапаевская, Костинская, Лесно-Конобеевская и Михайловская школы-интернаты. На первом этапе занятия вели партнеры проекта, затем нашли преподавателей на местах. Их обучили всем нюансам новых образовательных курсов, таким образом решив кадровый вопрос в регионах. Эти преподаватели были очень квалифицированы, мне очень понравилось с ними заниматься, они относились ко мне, ну, как к ребенку. И это было как раз и есть плюс, то, что я был, так сказать, учеником, а не учителем. И вот это был как раз главный плюс, что я понимал, что от них требуется и что я должен требовать от детей. За год стало понятно, что благодаря новой технологии ребята стали лучше запоминать слова и охотнее выполнять задания. Фируза Федоткина мечтает работать с детьми и когда вырастет, уже хочет вернуться в родной интернат в качестве учительницы английского языка. Мне стало очень легко. Раньше не могла справиться, а сейчас у меня даже, мне говорят, я могу диктовку написать все. Помимо знаний, ученики Михайловской школы-интерната получили новые наглядные пособия – словари, учебники, компьютер и принтер. Также инвентарь оборудования, необходимые для занятий, переданы во все образовательные учреждения, участвующие в проекте «Подари знания». Стоит отметить, что реализация проекта продолжается, активисты будут рады сотрудничеству с новыми партнерами. Обсудить детали можно по телефону 992-963. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Проверить свои знания и набрать дополнительные баллы для поступления в ВУЗ в Рязанском государственном медицинском университете стартовала регистрация на Олимпиаду школьников по биологии и химии. Первый отборочный стартует уже 9 декабря. Поучаствовать в нем можно дистанционно на сайте ВУЗа. Рязанский медицинский университет объявил о поиске талантливых школьников, которые хотели бы связать свою жизнь с медициной. Участие в олимпиадах по химии и биологии поможет проверить свои знания перед экзаменами. Чтобы пройти отборочный тур, не нужно никуда ехать. 9 декабря тестирование можно пройти на сайте ВУЗа. Материалы разместят в разделе «Для поступающих». Задания, которые мы предлагаем, они, конечно, носят творческий характер. Но вместе с тем мы постарались их построить в формате ЕГЭ. А значит, это прекрасная возможность ребятам потренироваться и попробовать свои силы перед единым государственным экзаменом. В этом году впервые попробовать свои силы в олимпиадах по химии и биологии смогут 10-классники. Результаты отборочного тура будут учитываться, если они решат поступать в РязГМУ в следующем году. Им не нужно будет проходить отбор, они попадут сразу в очный тур. В прошлом году участниками Олимпиады стали порядка 400 человек из 11 регионов страны. Победителями и призерами стали 17 человек и 11 участников Олимпиады. Уже, соответственно, и победители и призеры являются студентами нашего вуза. Победа в Олимпиаде дает возможность получить дополнительные баллы, которые помогают поступить. По одному получают прошедшие научный тур, занявшие призовые места получают по 2 балла, победители по 3. Олимпиада школьников по биологии помогла мне, я думаю, что каждому участнику проверить свои знания по дисциплине биология, отметить те моменты, которые необходимо проработать дополнительно, и дала стимул для изучения наиболее редких вопросов по некоторым разделам биологии.
Андрей Пимахин и Александр Захаров – участники Олимпиады, поступившие в РИАС ГМУ. Сейчас они учатся на лечебном факультете. В тот момент я уже знал, что я буду поступать в медицинский университет. Возможность еще раз проверить свои знания и еще больше интереса. Отборочный этап Олимпиад по биологии и химии школьников стартует 9 декабря. Также всех желающих приглашают в ВУЗ на День открытых дверей, который состоится 1 декабря. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Вновь с восточным колоритом. В Рязани начала работу выставка-продажи товаров из Индии и Пакистана. Чего там только нет. Украшения из драгоценных камней, натуральная косметика, одежда и многое другое. На выставке-продаже побывала Мария Рудая. Выставка-продажа товаров из Индии и Пакистана вновь открыла свои двери для всех желающих. В торговом центре «Премьер» на третьем этаже представлены уже полюбившиеся рязанцам товары. Одежда, украшения, косметика, сувениры, текстили, восточные сладости. Особенно стоит отметить, что на выставке можно приобрести самые разные виды чая. Отличие их тем, что расфасованные, упакованные они именно там и произведены. Есть с высоких плантаций, такие как Ассам, Нилгири и различные другие разновидности чая, черные, зеленые, красные, то есть большое количество выбора чая. Еще одна витрина, мимо которой не проходят покупатели, это специи. Здесь можно найти как хорошо знакомые и ставшие уже традиционными, такие как перец, так и экзотические. Специи производства Индия, часть есть пакистанская, тоже огромный выбор всевозможные, есть смеси, есть специи в чистом виде, есть лечебные, черный тмин, асафетида, корица и так далее. Рязанцы уже знают и ждут выставку-продажу товаров из Индии и Пакистана. У каждого появились свои любимые продукты. Чай покупаю. Мне нравятся чаи, у них нравятся. Платки брала несколько раз. Крема беру, мази для ног, для всего тела. В основном за чаем приходим. За сладостями, да. Вас очень интересно попробовать. Очень постельные принадлежности. Постельные. Да и вообще покрывала, интересно. Платки. Выставка-продажа товаров из Индии и Пакистана работает ежедневно с 11 до 19 часов на третьем этаже в торговом центре «Премьер». Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках 2 часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиру в новом жилом комплексе «Полянка» недалеко от Рязани в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 27 5555.